Команда КВН сборной Дагестана выиграла кубок мэра Москвы Сергея Собянина. Накануне страна отмечала Международный день веселых и находчивых, к чему и был приурочен этот спецпроект. В праздничной игре приняли участие 6 команд из Бишкека, Москвы, Красноярска, Саратова, Астаны и Махачкалы. Сборная Дагестана достойно представила нашу республику во всех конкурсах. Жюри высоко оценило остроумие, чувство юмора и музыкальность наших юмористов. Кубок команде вручил заместитель мэра Москвы Максим Лексутов. Агент-директор Первого канала Константин Эрнст отметил, что гордится командой из Дагестана.